Эй, мисс Троллер, можно вас попросить об одном одолжении? Я хочу, чтобы вы начали этот бой. Со всей вашей силой нанесите по мне свой первый удар. Ты говорил, что у тебя самые сильные руки в мире. И это должно быть правда. Разница между твоей силой и моей так велика. У школы Кагакен цель – дать ему телу крепость алмаза. Хм, ну что я могу сказать? Спасибо, наверное. Если я нанесу свой удар, очевидно, он на тебя не подействует. Но если ты даешь мне такой шанс, со всей силы я выложусь полностью, без какого-либо контроля или ограничения. Хорошо? Человек, который не знает своего предела, идиот. Конфуций. Ха-ха-ха-ха! Оливер, ты сумасшедший сукин сын! Это было великолепно!